Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс. Мы с вами продолжаем проходить Risen 3 и Titan Lords. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что я прибыл на остров, где обосновались охотники на демонов. И здесь выполнял побочные квестики. Мы восстановили душу одному пареньку, который потерял свое тело и был вселен в какой-то вообще скелет. Сейчас я хожу, пока что качаюсь, просто занимаюсь всякими разными бесполезными вещами по факту. Ну, сейчас отобьюсь от этих крыс, да будем смотреть, что у нас там за квесты есть, какие-нибудь основные. Потому что квесты даже уже все сложнее и сложнее становится найти. Так, все, выбрались. Так, ну что, давайте смотреть, какие у нас квестики здесь вообще остались, что имеется. Если честно, не помню. У нас основной квест вообще Альянс с пиратами на самом деле. И нужно разбираться... Как здесь его выполнять? Фрегат охотников на демонов. Чтобы его выполнить, нам нужно как-то здесь помочь Элдрику или кому там. Я не понять не могу. Смотрите, а мне вообще на другой остров показывает. Куда-то вообще сюда, на этой карте изображен большой участок южных морей. Ага. Это вообще где-то находится... О, где аж за картой, за самой. Но я туда не смогу, наверное, сплавать. Так, ладно, давайте посмотрим, что еще есть. Альянс Инквизиции, допустим. Воины Инквизиции, ценные союзники, они идеально пойдут для нашего маленького флота. В общем-то, надо везде ходить по разным всяким разным островам и втираться ко всем в доверие. Можно еще последователи магии. Я не знаю, кто из них тут сейчас мне лучше поможет, но вот есть мир теней, кстати, еще говорят, тоже интересно. Кристальный портал, а мы его сможем, интересно, закрыть или как? Нам тоже про него рассказывали. Ага, он наш вот где. Давайте вернемся на корабль, попробуем туда сегодня сплавать. Не знаю, надо что-нибудь двигаться по основным квестам уже, пора бы. Есть какие-нибудь предложения, кроме шамана? Чтобы излечить меня, шаман использовал черное сердце. Оно помогло очистить мою отравленную кровь. Видел я черное сердце. Из повелителя теней вырвал. Хорошо, оно тебе пригодится. Черные сердца обладают некоторыми целительными свойствами. Они укрепляют нашу кровь, особенно если нет души. Но я понятия не имею, как это работает. Я же не шаман. А что собой представляют эти черные сердца? Это сердца демонов, из которых они черпают свою силу. Их можно найти в груди повелителя теней или миньона преисподней. Если хочешь его добыть, нужно просто вырезать его. Хочешь, чтобы я принес тебе черное сердце миньона теней? Если подумать, то о миньонах лучше забыть. Боюсь, у тебя все случаи серьезные, и помочь могут только сердца повелителей теней. Так и что делает меня ближе к демонам? Чем больше зла ты творишь, тем ближе ты становишься к демону. Избегай несправедливого отношения к другим, если хочешь сохранить человечность. Я не хочу причинять вред людям, я хочу сражаться за них. Это поможет тебе сохранить человечность. Все, что ты делаешь с этого момента, будет иметь последствия. Чем ближе твоя душа к теням, тем больше миньонов смогут дотянуться до тебя. Почему? Душа демона сильна. Мало что способно ее остановить. Ты всегда можешь превратить другие души демонов в сильных союзников. С другой стороны, ни один человек не поможет тебе, когда ты полностью уступишь злу. Понятно. Какое бы решение ты ни принял, я всегда останусь рядом с тобой, друг мой. Что теперь делать с черным сердцем? Ну, я же говорил, покажи его шаману. Только они знают, как облегчить твои страдания. До тех пор продолжай собирать черные сердца. Они тебе пригодятся. Шаманы использовали на тебя черное сердце? Да, сразу несколько.
Я даже приберег одно на всякий случай. Оно еще у тебя? Где? Послушай, оно может мне еще пригодиться. Давай, где оно? Я спрятал его в сундуке. В тайном месте на Токаригуа. Я покажу тебе на карте. Карту обновили, да? А вот и ключ. Доволен? Хорошо. Похоже, я нашел хорошего шамана. Хируто непременно мне поможет. Отлично. Тогда лучше бы тебе дать делать, что он говорит. Теперь он твой врач. Погоди, это еще не все. Как приятно. Мне снился сон о человеке по имени Мендоса. Что? Только не говори, что ты об инквизиторе Мендосе. Ты его знаешь? А кто его не знает? Главная словочь была в Инквизиции. И любого, кто не подчинялся его приказам, быстро убирали. Говорят, он участвовал в набегах вместе с пиратами. Интересная история. Тебе не хотелось встретиться с подобным человеком, поверь. На его совести сотни жизней. Возможно. Но одна вещь не дает мне покоя. Зачем высокопоставленному инквизитору вступать в сговор с пиратами? Понятия не имею. Впрочем, он давно уже умер. Просто смешно, что ты говоришь о нем. Кажется, я недавно видел один из кораблей Мендосы к западу от Арониса. Но это, возможно, лишь совпадение. Давай, идем. Конечно. Отлично. Про Мендоса мы немножко узнали. Теперь мы будем хотя бы знать, где его искать. Так, вас можно просто собрать. Ладно, стойте здесь, не надо. Подожди здесь. Так, плывем мы. Поднять паруса, мы плывем на вот этот. Здесь у нас какой-то находится, я видел, портальчик есть. Давайте посмотрим, что за портал такой. Это те самые порталы, которые нам нужно разрушать. Нам про них говорили уже. Только вот я не знаю, есть ли у меня все для того, чтобы их разрушать. Или нужно как-то с охотниками на демонов, может быть, до конца уже там все дела сделать, чтобы мы смогли. Ого. Кто-то храпит, как ночь настала. Это очень плохо. Сюда лучше приплывать, когда здесь светло, прекрасно. Такая погодка отличная становится. Плаваем на какой-то вообще. Так, к любому можно, да? Давайте посмотрим, где находится он. На южном или на... Это какой берег? Вот это южный, наверное, да? Это северный, так понимаю. Так это все устроено. Ну, давайте на северный. Скорее всего. Ага, здесь меня откопали. Надо было этих-то с собой взять. Чё ж я их не взял-то? Давайте, наверное, возьмем их с собой, пускай они тоже со мной плывут. Они ж не будут сидеть, надеюсь, там до конца. Давай, идем. Come on, let's go. Sure. Я один не хочу. Why not join? You already got someone with you. Тебя уже сопровождает, да? Ага, либо Бонс, либо тот. Не, ну тогда лучше, наверное, вместо Бонса того, тот воин. Это получше будет. Пойдем. Come on, let's go. All right. Он тоже такой же, как я, маг, охотник. Так, к северному берегу. Все, теперь мы вместе. Ну да, точно. Теперь он со мной, мне так гораздо проще. Потому что он на себя оттягивает силы, пока они его атакуют, враги. Я могу со стороны стоять и поддавать жару. Расстреливать своими этими ледяными каких там лучами. Это даже не лучи какие-то. Хочется, так и хочется назвать фаербол. Но это не фаербол, это ледяной бол какой-то. Айсбол. Так, я слышу кого-то. Гончи. Раскидали. Слушайте, ничего не видно вообще. Как бы дождаться... Дождаться до утра. По ночи здесь ходить вообще не очень-то. Так, а где он находится, этот портал-то?
пещере, по-моему. Это тот самый, куда мы приходили. Ой, упырь, ненавижу упырей. Такие быстрые вообще. А ты там что не помогаешь, стоишь? Ты что, зайти не можешь? Смотрите, он застрял, да? Ты что, реально застрял, что ли? Ужас, баги. Баги. Как бы тебя так откинуть-то? Вперед. О, ты прошел? Молодец. Смотрите, застревал, точно застревал же. Уйди от меня, не приближайся, не подходи. Какой же он быстрый, а? Так, где-то здесь портальчик, я точно помню. Откуда вот здесь взялось столько? Мы же вроде все побивали. Зареспауниться уже успели, я смотрю. Ого, относит так. Очень сильно относит. Вот он. Так, как его разрушить? Ого. Кто такой? Ого. Нихера себе. Все здоровье исчезло. В принципе, ему чуть-чуть осталось. Есть. На последнем издыхании. Быстро сдыхает он, конечно. Получено черри, получено сырое черное сердце. Вот оно, одно есть. Ага, понятно. Но для этого там их... Так, а как тебя разрушить? А, во. Да, все, мы можем уничтожать, спокойно можем уничтожать. Без каких-либо проблем. Теперь надо везде их уничтожать. Кристальный на Крабовом берегу. Все, одно задание выполнено. Еще и скипетр теней какой-то. Зачем он спрашивается мне? Тут я уже все шмонал даже. Шикарно. Хорошо, даже можно сохраниться так, по такому поводу. Это ничего себе. Че это? А, черный упырь. Черного упыря хотел зашмонать. Этот опять вылез между мной и объектом. Встрял. Так, хорошо, здесь больше делать нечего. Нам, значит, можно вернуться на корабль. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас там еще есть, какие квесты. Так, с Альянсом. Мир теней. Вот. Алдрик сказал мне, как уничтожить кристальные порталы. Эта информация мне пригодится, если я в будущем наткнусь на один из них. Эти огромные кристальные порталы ведут прямо в преисподнюю. С этой угрозой нужно покончить, если мы не хотим, чтобы мир погрузился в пучину хаоса. Я должен поговорить об этом с Бонсом. В прошлом ему пришлось иметь. Но мы уже с ним пообщались, почему это до сих пор горит, интересно. Все эти порталы, они по всяким разным городам раскиданы. Ну да, точно, на каждом из островов имеется свой. Ну давайте рушить, а почему бы нет? Поехали, наверное, к Инквизиции. Давайте у Инквизиции побудем. Я думаю, отсюда сейчас поплывем. Где-то в горах, опять же, в пещере. Это островочек небольшой, поэтому, в принципе, нормально. Да и вообще можно еще квесты за Инквизицию повыполнять. Так, по чуть-чуть разбавляю свои путешествия. Так, идем. Come on, let's go. Of course. Серия там, везде по чуть-чуть, и, в общем-то, даже и не приедает. Эти тут, как всегда, теперь спорят. Они тут без конца теперь будут спорить, я так понимаю. За что я люблю этот остров? Здесь очень красиво. Здесь прям так ярко, светло вообще. Очень, очень радует. Прям тепло чувствуется. Особенно сейчас, наши морозные... Нереально морозные зимние вечера. Прямо аж окунаешься в тепло вот этих вот тропических островов. Конечно, они опасны. Не все так радужно. Не туда зашел и сдох. Маяк для людей звучит заманчиво. Или как он там сказал?
Даже мяса нет, ничего себе. Все изжарил. Ну давайте зажжем, чтобы по-быстрому сюда. Отлично. Чтоб сюда потом, если что, возвращаться по-быстренькому. Будем везде зажигать, где только можно. Хотя, с другой стороны, лучше бы я эти порталы зажигал где-нибудь. Хотя я, походу, спутал, там были эти как раз-таки порталы, когда мне Улдрик рассказывал, это как раз те самые, которые мы только что закрыли, один из них. А я их спутал с этими порталами, которые вот просто стоят для переселения. Я почему-то думал, что вот это вот закрытие, это вот и есть то, что мы вот это делаем. И мне казалось, что на том острове, где находятся охотники на демонов, мне просто нужно все порталы как бы... Будем сплиться, милая? Нет, не будем. Думал, там надо их все зажечь, ну, для выполнения квеста. А на самом-то деле он мне говорил о том, что нужно просто все порталы перекрыть. Смотрите, куда мы пришли. Как он так быстро сближается, вообще несправедливо. Очень-очень-очень быстро. Давай, помогай. Бей его, чтобы он на тебя переключился. А то я все равно попасть не могу в них. Так, я так понимаю, здесь где-то портал. Раз тут уже эти твари попали. И скорее всего вот именно здесь, в этой пещере. Прям точно. Прям вот точно вообще. 100%. О. Ага, еще один, да? Пока добежит, мы его сейчас раним хорошенечко. О, тут инквизиция еще есть. Стой. Кто тебя послал? Что? А, пустое. Вижу, что ты не из людей коменданта Себастьяна. А если бы я был одним из солдат Себастьяна? Это было бы вредно для твоего здоровья. Я предатель, дезертир. И не в моих интересах, чтобы комендант узнал, где я. Почему ты дезертировал? Потому что долг каждого хорошего солдата осмыслить приказ. Точно. Смертные приговоры невиновным мирным жителям не в интересах инквизиции. Мой долг — защищать народ, а не исполнять безумные приказы Себастьяна. Почему ты еще здесь, если дезертировал? Комендант — не единственная опасность на этом острове. Тени из пещеры куда опаснее. Кто-то должен сразиться с ними. Смертный приговор? Кому? Какому-то бедолаге. Кажется, его зовут Хорас. Вроде как он что-то украл из дома губернатора, но это вроде бы не тянет на смертную казнь. Что ты можешь мне рассказать о пещере Черепа? Она недавно выросла из земли, словно гнилый гриб. Мы смогли пройти до самой ее середины, но потеряли много солдат. Самой страшной вещью был тот странный портал. Он свел коменданта с ума. Похоже, там была та еще суматоха. Во сколько ты оцениваешь еще один клинок на твоей стороне в бою против теней? Пригоршню золота, если прикроешь мне спину. Но предупреждаю, это не игрушки. Я тебе помогу. Зададим им жару. Ах, ты храбрец. Держи оружие наготове и следуй за мной. Кстати, сразу на меня кидается, да, столько народа стоит, его бьет, а он меня. Я ему интересней гораздо. Так, хорошо, сохранимся. Я не буду их убивать. Может быть, действительно, если я закрою портал, Себастьяна придет в себя и как бы простит этих дезертиров, они вернутся. Может, он нормальным станет опять. Я не хочу спешить, тем более, что они мне квесты дают. Что скажешь? Мы почти на месте, сохраняй хладнокровие. Обо мне не беспокойся. Давай, нельзя терять ни минуты. Они мне дают опыт, задание.
Два из десяти. Ого, сколько их здесь. Так-то немало, если 10 штук. Я что-то думаю, сколько их там, 2 убили или 3? 3 получается сейчас было их. Вон еще один вижу, как минимум. О, толпа бежит уже. Буду их так раскидывать, так их гораздо выше. Так сразу по 2 их бьет. Нормально прям. О, отлично. 6, да? Почти что всех убили уже. Хорошо. Отлично, я считаю, вообще нормально. Можно собирать оружие, в принципе, на продажу, так-то лишним не будет. Но заморачиваться этим тоже неохота. Каждую вещичку мелочно собирать. Слишком долго по времени. С ног, да, валит? Хорошо. Да. Вот это отличное свойство. Успокойся. 9 из 10. Еще один где-то, значит. А, нет, все. Свободно. А, нет, да. Это свободные земли. Это просто как бы дополнительные квестики. То, что мы здесь как-то освободили территорию. Не более того. Так, надо сохраниться. Я так понимаю, именно здесь портал точно. Прямо сейчас все к нему ведет уже, я смотрю. Вот она. Пещера в форме черепа, как нам и говорили. Он даже не дойдет, мы его, конечно же, искалечим. А вот этот вот жесткая тварь, вот эти я больше всего ненавижу. Давай, бей его, бей, бей. Молодец. Подстраховал. О, идет уже. Пока добежал, уже при смерти был. Так, мы все втроем идем. Слушай, а где этот парнишка-то? Где он? Отстал-то. Странно. Может быть, это квест так и выполнился там, в том месте. 10 из 10 убили и все? Точно он стоит здесь. Ты давай пообщаемся. Что-то обратно-то пошел. Стой. Приятно чувствовать в руке холодную сталь. Так легче охотиться. Ну все, тогда нормально. Твои тени больше никому не угрожают. Они были весьма опасны. Вот, ты определенно это заслужил. Значит, теперь ты покинешь остров? Нет, я останусь здесь и буду прикрывать тыл. Но тогда удачи тебе. Ладно, убивать не будем. Будем знать, что он здесь стоит. Если что, придем, вернемся к пещере в форме черепа. И он будет здесь. Ну и так пригодится, говорит, тыл буду прикрывать. Мы сейчас будем биться опять с очередным боссом. Шестяшка может быть мне. Грибочки дайте мне. Не хотят срываться, ну и ладно. Хотя провиант бы вообще не помешал. Провианта надо побольше, чем больше, тем лучше. А то есть, так посмотрите, у меня всего 3 штучки осталось-то. Хватит ли мне на этого гада? There's no end to these foul creatures. Ты откуда тут взялся? Ну-ка, откуда не возьмись. That's it for you, you foul beast. На мага нарывается. Сам хоть понял, интересно, что он сделал. Такс, это что за водопад какой-то, что ли? Это кто стоит? Что, одолеем его? Одолеем, не одолеем. Болотный голем. Но медленный, нормально. Ага, заделался таки. Успел. Вот тебе и голем. А с виду такой здоровый. Сапфиры, ух ты, это полезная вещь. Сапфиры нужны для разных
для выполнения многих квестов всяких. Кто орет? Какой ты откуда здесь взялся? Долбаный упырь. Все мое здоровье почти что сжег. Гад. Вонючий. Ух ты, замочек. Давайте взломаем, посмотрим, что там у нас лежит. О, вот так вот. Отлично, с первача фактически. Так, факел, ром, арбалетный. Ух ты, арбалетный стрел, вот это полезно. Чертеж кольца. Зеленое сердце. Хвостовой шип. Половина всего, что, чего у меня нет. Ну ладно, все возьму. Факел тоже пригодится, в принципе. Мало ли какая пещерка попадется мне, где темень будет кромешная. Думаю, можно будет воспользоваться. О, опять эти уроды. Я вижу, еще и трупы лежат. Ты-то куда бежишь? Ого, как быстро. Болтам уже рядом со мной стоит. Какой шустрый, а. Достали вы меня. Хорошо. Отлично. Плевать, сколько тут этих проклятых пещер, мы все выдержим. А, это люди, вот как раз эти солдаты, про которых он говорил, что здесь все полегли. Этот портал. А, слишком хитрый замок. Хитрый. Такое слово я впервые слышу. Он, по-моему, называл обычно. Для меня это слишком сложно. Так, ну что, придется. Так, мне надо посмотреть, что у меня эти за заклинания тут идут. Магия моя, которая... Вот это что мне дает? Доблесть. Руна лечения эффекта. Лечит вас и ваш отряд. А, ну то есть это лечение, ладно. Отдача какая-то. Я сейчас буду всем пользоваться, наверное. Все пригодится. Ладно, сохранимся. Ну что ж, пришло время. Сейчас босс выйдет. А здесь даже без босса? Круто. Я думал, на каждом портале выходит какая-нибудь тварь гигантская и пытается нас убить. А тут не тут-то было. Ну все, можно возвращаться. Отлично. Можно даже возвращаться с помощью нашего теперь портальчика. Не зря мы его там зажгли. Такс, и еще один портал меньше. Хорошо, может быть, все закрыть их тогда, раз на то пошло, может сразу на корабль тогда вернуться. Давайте на таки сделаем. Сегодня порталы все позакрываем сразу. Так, без разницы, наверное, где, куда путь нам. Ну, давайте сюда, скажем. Здесь-то не закрывали вроде. Ну-ка, не ошибся. Везде они есть, да, точно. О, вот он. Задание «Мир теней». Как бы туда по-быстренькому перелететь-то? У меня даже ни одного портальчика там не осталось. Увы, увы, придется так пешочком идти. Ну, прям видно, как в пещеру заходишь, а вот он сразу же тут. Очень быстро, довольно быстро. Ладно, пойдем искать. Пойдем со мной. Come on, let's go. Yes. Причалу. Я не помню, я здесь вообще был или нет. Порт Аранис. Всякий, кто хочет быть купцом, пытает удачу здесь. А, здесь я был, здесь эти маги находятся. Кристальной магией занимаются, точно. Я даже начинал им помогать. Мне сказали пойти там в пещерку, помочь. В итоге я это дело как-то отложил. Так, давайте смотреть, как мы туда пройдем. Ну, вот так вот в пещеру, да, выйдем сюда, в храм какой-то, за него и туда. Хотя можно было бы просто взять и вот так со стороны, да. Вот тут просто оплыть вот это все дело. Приплыть сюда и забраться. Вот так вот раз, сразу же. Так, наверное, даже быстрее было бы, если так посмотреть.
На самом деле это гораздо быстрее, чем вот так вот идти сейчас. Тут вот только оплыть. Может, реально оплывем, давайте. О, бегают упыри. Тритон, сильные твари. Я таких знаю. Не впервые уже с ними сражаюсь. Ну что, поплыли. Здесь даже как-то побезопасней. Там мы пока будем идти, еще придется биться с одними, со вторыми, с третьими. Явно будут всякие нападать. Поганые существа, которые захотят нас убить. Скажут, о, легкая добыча прибежала. А здесь раз, и мы уже на месте. Хотя тут тоже кто-то поджидает. А может, я сам себе и усложнил сейчас все, потому что если так посмотреть, там вообще наверху это все. На мосту аж на каком-то. Ты кто? Как я так мимо-то, а? Как я так промахнулся-то, ё-моё. Ну ты можешь во врага своего нацелиться, ё-моё, опять в другую сторону стреляет. Враги здесь, куда ты стреляешь вечно? По другим сторонам. Бестолочь такая вообще. Поможем нашему дружку. Ты-то что тут прыгаешь? Понимаю, та здоровая. Ты-то куда лезешь? Мелочевка. Вот так-то я. Смотри, как воюю. Слушай, тебе действительно высоко. Да, надо было все-таки идти обычным путем. Да ты хоть попадешь в него, нет? Я не понимаю наших напарников, которые стоят и просто смотрят, как меня бьют, как меня дубасят. И ничего не делают абсолютно. Вообще какие-то странные. А нет, не зря сюда пришел, смотрите, а? Телепорт, камень нашел. Это что такое за арена? Гигантская. Интересно, в чем ее предназначение, но я думаю, надо сохраниться. Так-то много всяких полезных дел сделал. Как ни крути, подкачались чуть-чуть, еще и портальчик нашли. Подождала, когда я появлюсь, да? И потом раз. Короче, давайте ее так бить. Так попроще будет. Так урон поменьше, правда, и не относит, но с другой стороны, я быстрее так бью. Гораздо быстрее из-за этого скорость атаки. Открытый глаз. Это еще что за растение такое? 25-50. Да, сложновато. Не по мне. Ну вот что ты опять стоишь смотришь? Ну бей его и все. Ну опять стоит смотрит, как меня бьют. Просто стоит, наблюдает, как в театре в каком-то. Вот интересно смотреть, как... Как твоего напарника там лупят. О, еще один. Сколько тут? Сплошные дьяволы. Какая быстрая вообще, гадина. Таракан. Еще просто так-то не попадешь. О, еще один. Да сколько у вас здесь? Но смотрите, в этот раз он хорошо сработал. По-быстрому пришел помогать. Пришли такие захватчики. Всю живность повырезали на острове.
Так, и все-таки, как же мне теперь наверх-то забраться? Хотел как побыстрее, а получилось вон как... Ого! А это что там за магическая воронка такая? Здоровая какая-то. Ну, кстати, здесь можно забраться, это хорошо. Кабанчики, давайте с вами не будем встречаться. Я не хочу вам зла. Там вообще какая-то здоровенная воронка. Интересно, я в этом месте-то хоть вообще пройду? Там что-то выкинет с моста. Кровавый корень. Должна быть полезная вещь. Я не знаю, зачем я эти растения собираю постоянно. Я еще ни разу ничего не сделал. Никакого, ни одного зелья. Беру их просто так. Ну, пускай будут, как говорится, на продажу потом. Крепость магов, сердце Тараниса. Меньше, чем себе представлял, но все равно впечатляет. Стой. Ни шага вперед. Ты ведь не собираешься вломиться сюда? А если собираюсь, то что? Ничего не выйдет, генерал Магнус никому не позволит тревожить магов. Поэтому без его разрешения я никого не впущу, все ясно? Да. Право посещения, ясно. Слушайте, меня сюда не пускают. Так, это очень плохо, давайте посмотрим. А мне так-то туда и нужно как-то попасть. Только через них проход идет, по идее, вот, наверное. Хотя, возможно, это в какое-то здание и все, а с обратной стороны выхода нет. Может быть, сюда можно каким-то иным путем добраться. До этой пещерки. Хотя нет, если так поглядеть, вот одно. Ага, и не зря он не пускает никого. Видать, он что-то с этим порталом там химичит они. Может, тоже изучают. Маги-то они такие. Только как мы получим право на вход-то? А здесь столько всего, здесь ходить не переходить. Смотрите, сколько всяких разных НПС, и кого здесь только нету. Со всеми можно пообщаться. Казармы даже имеются. Да, вот, давайте как-нибудь со стороны на это все глянем. Вот мы туда пройдем. Слушайте, а вход в пещеру-то и даже и не видно. Если так, по большому счету, он стоит на какой-то горе, которая даже сзади никак не это. Ну, то есть там нет, да, сзади такого входа, пещеры. Он просто вот обрыв и все. Может быть, пещерка это с обратной стороны вообще как-нибудь там, с пляжа? Ну-ка, как это выглядит еще раз? Странно, как-то эта гора выглядит. Тут такое здоровенная такая гора. А если сюда посмотреть на нее, то вот, да? Там нет никаких гор. Вниз идет спуск. Что-то я не понимаю, как это все устроено здесь. Ну да ладно, надо, короче, магам помогать. Надо здесь походить, наверное, освоиться у них. Может быть, пару квестиков каких-нибудь выполнить. Может быть, впустят. Ну и вообще, кстати, можно еще поддержкой магов заручиться. Мы же все равно на каждом острове, как я понимаю, должны выполнить определенный ряд квестов, чтобы одна из гильдий была за нас в нашем самом главном задании, в противостоянии. А поэтому, я думаю, мы здесь обоснуемся, пока на этом острове мы еще с вами не бывали. Ну и сделаем на этом паузу и продолжать уже изучать его здесь, выполнять все эти квесты с вами будем в следующей серии. На сегодня, думаю, достаточно. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч!